наша задача попасть на эти бревна, и уже мы замечательно проедем. Так, ну что, все, поехали? Ладно, потом поставим, да. Вот что значит, силы-то много, ломать-то все можно. Есть. Вот так. Выглядит он. Ну вот у Калька есть свой Урал, но у него проблема вот как раз именно с этими цилиндрами. Не знаю, посмотрим, что же здесь будут цилиндры. Вот, вот так, эти вроде чугунные. Ну а вот вторая половинка, по-моему, да? Это два двигателя. А второй двигатель. Так, ну вот он тот Урал. Кто из них будет кому донор? Пока еще непонятно. Но, скорее всего, тот вид, конечно, лучше. Вот, ну, посмотрим. Посмотрим. Так, мы его сейчас отсюда загоняем. Всем теперь в деревне привет. Так, смотрим, демонстрирую. Сейчас будете находиться в центре событий. Как я буду делать и гнуть отливы. Вовка сам едет, и у тебя
Что, съездил уже? Съездил. Позвал? Позвал. Она где, в старом доме была, да? Да, Малиновка. Не жарко? Ой, жарко, Володя, давай. Задохнешься часто надо. Нафиг это нужно, надо синий тогда посидеть. Все, хватит тебе. Еще пустая, кстати. Пошли уже обедать. А? Кушать пошли. А я чуть попозже. Я позавтракал после. Ваши страны. Я не искал. Веревка, вот его. А я палка, вон палка. Вон, вон. Вот
Вот сейчас я нахожусь вот в таком состоянии. Жарище ужасное сегодня. Вот. Ну, это нам не помеха. Короче, сейчас зашел в гараж, попил водички, наточил немножко. Thank you.
Кушает. Инструменты снимать, ловко снимать. Да, наверное, можно. Там ты его так основной все сделал, да? Полина помогла? Кому? Полина. Да, я что-то видишь, поливаю. Может, оденешь что-нибудь? Вдруг уголечек. Владимир Николаевич, если я тебе принесу кусочек хлеба, ты пожаришь? Тебе я что угодно пожарю. Или так. В целом, конечно, задумка неплохая, но вот эту часть нужно дорабатывать. В смысле? А? В прямом смысле. Ну, что-то здесь нужно какой-то этот надо делать. Закрывать что-то. Во-во-во-во, вот они самые. До сих пор лежали. Да, с дырками даже. Да. Металлический, конечно, я не знаю, у нас есть или нету. Так, нет, посмотри, вот наклонись и посмотри, какое у него дно, чтобы поставить его повыгоднее, поудобнее. Я вижу все, у меня здесь все. Вот, так. Вот так, да, во-во-во. Нет, пузо пляшет. Ты знаешь, вот выгоднее, как я поставил, так и было. Смотри, а главное, варить бугры. Воду ничего не пили еще? Воду полагали. Смотри, мандиков. Мы не купили сейчас, что-ли, да? Мы не купили сейчас, что-ли? А что ты делаешь, эту щетку для Леруа Мерлен нужно будет? Да? Она уже для металла такая. Чёвые. Чёвые. Не холодно тоже? Ты масло взяла? Ой, сейчас принесу. Забыла.
Макс, возьми ногу, возьми. А еще который будет? Да, который. Стоп! Выкинь пока она, не нужно. Он тебе не мешает? Ну, вот так вот. Сегодняшний день подходит к концу. Вот, кстати, смотрите, ребята. Вот такой сконструировал мангальчик. Не знаю, конечно, посмотрим, как время покажет. Вот. Ну, здесь вот можно что-то готовить там. А здесь также шашлыки. Станина была вот швейной машинки. Вот станина, здесь кругляшок был такой. Все отрезал, соединил, заварил. Получилось вот так вот. Сейчас, короче, мы что будем пробовать? Будем пробовать запечь картошку. Картошка в соевом соусе замочена и немножко приправ. И перец. Перец будет с подсолнечным маслом. Два перчика оставь, еще я принесу, зачищу. Еще как два перчика. Ты знаешь, жар идет. Да? Да. Заварку сюда вот. Заварим, да вот. У нас так надо. Это, наверное, тоже в масло надо кидать. Давай.
Картошка? Да. Она в масле. Я и песок пусть. На масле есть, да? Да. Самое главное хлеб. А вот тут и инструмент. Сейчас повару. Ну там вилкой за это, за бутылкой лежит. Вот на ней лежит. Ставите. Что? Вилка? Вилка. А вилку зачем? Пожарить? Нет, может, ей удобно. Дырку сними, а то сейчас все загорится, она ничего не. Выглядит все это вот так вот. А ведь ты, бля. Короче, это надо приноровиться к этой штуке. А? Давайте если держать лучше аппарат. Аппарат давай держать. Олег, хлеб получился в детстве. Я смотрю, когда ты еще не совсем понимаешь, что уже пора переворачивать. Я только сухари были, как ед, пацан, буханку. Мне вот в Новосибирск поехал, ничего не запомнил, но мешок сухаря пожирал, это, Райка на квадратиками так это сделал прям. Ты его не пережарил, он должен слегка же обжаренный быть. Я знаю, да. В бане. Я пойду в бане. Катя идет. Где? Я не знаю. Как в детстве. А ты знаешь, что печально все так и выглядит. Мамка говорит, черный не ест, усы говорит, вырастут. Так, ну выглядит вот так вот.